это эти ДТП. Заебали вы со своими ДТП, блядь, весь закрывают обзор вот этот ДППП, блядь. Как может ДТП возле гаишников произойти? Я не могу понять ни хера, блядь. А может быть ты прав? Гляди, остановили две газели, вон они. Камазик родной. Смотри, вон Дима, где может пахнуть керосином. А, вот они. Ну-ка, ну-ка, чего у вас тут, ребята? Камазик. А где гаец-то? А он подошел к нему. Документы тут, видишь, предъявляют. Какой, к первой или ко второй? Камаз, где? Вон. Видишь? А, вон он. Блин, я его и не вижу ни хера. Камаз же остановился. Потянули чувака. Работяжку бедного. Ничего не заметил? Не видно, что-то положил, не положил, не видно. Он еще, смотри, смотри. Знакомый уже, значит. Блин, я что-то этот КамАЗ и не заметил даже. А я заметил сразу с тебя. Я вообще, наверное, эти... А, вон еще один. Герой наш, чувачок. Вон еще одна движуха рядом. Тут же... Тут просто рай для активиста. Так, подходит. Ребят, да я вас просто шикарно вижу отсюда. Вон КамАЗик, смотри, Дима. Вон он. Это этот. Сейчас, как же его не остановить, лакомый кусочек? Есть. Есть контакт. Ну как же ж, а это мусорка, гля. Ай, блин, мусоровозка. А он ее не стал останавливать, даже не пошел. Смотри. Не, он тормознул его. Он не пойдет туда. Это же мусор сверху, вон, мусоровозка, это ж контейнеровоз. Он не увидел, он думал контейнеровоз, да. А ну-ка. А не, подожди, слушай, вот этот чувака с этого еще не отпустили с этого компания. Смотри, остановил мусор, остановил мусора. Снимай, смотри, вон идет, смотри, чувак. Да у меня тут другой, видишь, чувак. А он его, знаешь, все, тормознул. А, за машинами не видно. Бля, никто не подходит к нему, он сам идет. Ну, потому что он на мусоровозе. Смотри, пожалуйста, что хочешь, проверять ему контейнер, надо ему открыть. Бля, он аж убежал тот. А тот что-то подошел, на полпути прошел и тормознул. А, вот дальше пошел. Все ж ты, гаишник, не подходишь к нему, все. Остановил до мусоровозку. Он идет, смотри, смотри, в желтом, кто его остановил, гля. И можешь, гля, довольный. Пойдем проверишь товары. Место встречи изменить нельзя. Встретимся на полпути. Гля, и прям за остановкой встретились. Преградили тебе. Ну, я отсюда... Да не, видно все. Ну, видишь, тот не готов деньги давать. Парень в обработке. Даст прямо так наглую. Вот какой прикол в документы в руках держать и общаться с ним. Смотри, вот. Видишь, готов уже ему дать. Смотри, потом привезешь. Что за прикол такой? Ну ты или отдай документы, или что-то с ними делай, я не знаю. Ну... Дим, процесс на психику давит. Ты понял? Ну да. Ты их видишь и хочется забрать, и хочется быстрее предложить.
Знаешь, что хорошо? То, что у него жезл сейчас висит, они обычно под жезл берут купюры, прячут. А сейчас у него нету жезла в руке. Ты кто такой? Давай, до свидания. С какого хрена ты подошел? Армия. Ну, может, сейчас быстрее разрулят этот. Этот поможет сейчас. А показает. Сейчас быстрее. Проезжай. Проезжай. Видишь, отдал все. Блин. Документы отдал, да? И все? Отдал документы. Все, счастливо пути. Интересный этот гаишник. Вот этот, самый он такой. Оперативный. У него, как говорится, все на лице написано. Да. И вот их видно, кто принимает инициативу везде. И он такой, знаешь, по заточке видно. Может быть, даже эта авария нам на руку. Отвлекла все. Да тут черти че из-за этой аварии. А вот я тебе скажу, вот это и нужно. Полный бардак. Еще тут, блин. Не, ну вот как вот авария может возле гаишника? Напротив. Прямо возле них. Может быть, это из-за них все произошло. Там... Снимай материал, потом, может быть, и выложишь все это. Навряд ли. А? Навряд ли. Скажи, вот как работают напротив. Вот тебе я положу. Да. Он пробивает от нас. Его послали тут за 6 номера. Смотри. Такой лопушок идет, блядь. Сейчас посмотрит на тебя в зеркало, стекло, смотри. Ой. Сука, заметил, блядь. За камеру? Камеру нет. Смотри, круг дал целый. Просто так, что ли? Просто так не бывает. Не бывает. Его послали посмотреть, кто там. Сука, спалили, блядь. Ну не может он просто так обойти весь этот круг, блядь. Ай, блядь. Спалили, блядь. Казачур сюда смотрит, смотри, к нам. К нам смотрит. Как он палит казачура? Опа, смотри. Леш, сюда смотрит. Я его не вижу, он куда смотрит. Ну сейчас к нам подойдет. Пошел на эту сторону. Он сейчас к нам подойдет. Да не, навряд ли. Подойдет. Сто пудов прячь, пока не видел, отпускай. Я ж по заточке вижу. Чтоб камеру только не видел. Под сиденьем можешь. Не заметил. Здравствуйте. Семья. Так, что ждем, что снимаем? Товарищи с ним. А кого хотели? Че, спалили вы нас, да? Ваши документы можно посмотреть? Зачем? А зачем документы? А зачем документы? Что? Зачем документы? Ну как зачем? Кто вы, что вы, что вы стоите здесь? А товарищи, что вы дверь-то открыли? Я сейчас камеру достану, начну снимать. Ну как хотите. Вы дверь зачем открыли? Вот документы, смотрите. Мы знакомы, да? Конечно. Я даже телефон ваш. Что? Телефон даже до сих пор ваш не удалил. Ну вот видите. Я на свежем воздухе вас жду, Дмитрий. Гражданская проверка просто обычная. Ничего личного.
Ну, если вы нас уже спалили, то придется нам отсюда дергать, наверное. Дмитрий, я жду на улице, на свежем воздухе. Это вот тут накурили, пообщаться. А, пообщаться? Ага. Ну, давайте. Ну, как что вот? Это за новшество, а, Дмитрий? Обычная проверочка. Я уже пятый раз вас тут снимаю. Пятый раз? Да. Ну, а смысл? Не пойму. Ну, мне ж надо за вами следить, за вашей деятельностью. Как, все в порядке, не все в порядке? Ну, все да. Нормально. Да. Да, пока нормально все. Изъянов нет? Да нет, все в порядке. Мне мнение очень важно ваше. Мнение? Да. Может, что-то надо поправить, может, что-то надо чем-то подработать. Вообще, в большей степени мнение у меня положительное. В большей степени. По вежливости супер. Еще ни разу ни с кем я так не конфликтовал, никогда такого не было. По... То, что не прячетесь. Я не знаю, я уже не вас... Сколько? Полгода я вас точно не видел, как вы прячетесь. Тоже очень хорошо по 43-му пункту. Все здорово. Ну, по грамотности немножко есть, немножко такая. Ну, я-то могу вас понять. Вы между мной начальство, как между двумя огнями. Так, в принципе, по большому счету, мнение в лучшую сторону. Больше, чем лучше, чем худше. Есть небольшие минусы, но мне кажется, это не так все плохо. Ну, идеала нет. Идеалов, конечно. Где можно сейчас на идеалов встретить? Если по городам сравнить, то Армавир, Новокубанск. По сравнению, мне кажется, лучше, чем другие города Краснодарский край. Немножко лучше. Ну, может быть, из-за... Какие регионы еще, помимо, я имею в виду, Краснодарском крае? По краю? Да. Ну, мне кажется, хуже всего это Сочи, мне кажется. Сочи. Да. Там очень режим большой. Очень там все напряженно. Там, когда Олимпиада начиналась, там усилили режим. Сейчас до сих пор что-то как не хотят снимать этот режим. По Сочи, да, там немножко жестче. По побережью, ближе к побережью тоже. Тоже не сахар там все. И вот на постах. На постах очень много, ну, в основном по КАМАЗам везде. Где-то большой груз, сразу иди сюда, сразу. Камера просто плохо ловит. Плохой зум на камере. Что-то видно, что-то не видно, в общем, непонятно, поэтому ничего в интернете нет. Оптика нужна хорошая. Ну, вообще. Нужна такая оптика, чтобы я не сколько тут, метров 150, да, даже меньше. Мне нужна оптика метров 300, тогда бы вы ко мне точно не подошли. А вот тогда бы вы меня точно не заметили. Ну, вообще, как вот за все это время наблюдается? Да? За последние полгода я вообще никак, как бы я не хотел, к вам не могу никак подобраться. Просто не за что к вам подойти или что-то там предпринять. Вот уже полгода канал вообще молчит. Ни одного видео, ничего. Ну, там был после Нового года, там ерунду какую-то выкинул, вообще непонятно. А ничего это серьезного не такого не было. А, вызовем Монита на Сахарном. На Сахарном, да? На Новокубанка, да? Понятно. Ну, если что, телефон есть, я на связи. Я забыл, как я вас подписал, как по имени, по отчеству. А имени, отчества у меня там полным-полно, и я забываю вас. Виталий Анатольевич. А, Виталий Анатольевич. Ясно. Ко мне что-нибудь, какие-нибудь есть пожелания, что-нибудь? Телефон есть, если что-то будет, я позову. Если что, звоните, если там насчет пьяных там или еще что-нибудь. Там, это может, я помню. Может быть, моя помощь пригодится. А, я же говорил помню. Уже, да. Там вообще я не знаю, чем вам, может, понятой, может. Сейчас вроде разрешили вместо понятых этих на съемку снимать, да? Да, да. Ну, если понятой нужен будет, тоже звоните, если что. Все, я понял, тогда. Давайте. До свидания.